одна из главных традиций, особенно весной, это, конечно же, всей семьей мы едем на дачу, ее убираем, сушим дом и готовим к сезону. Берем всех, теть, дядь, младшего брата. Из раннего, если детства, мы ездили в загородный парк. Я родилась на Ленинградской, ну, вот, условно, да, в старом городе, город Самара. И для нас это было тоже таким важным элементом нашей жизни. Ну, и, конечно, там, просмотры каких-то фильмов, определенная музыка тоже. Мы вот, ну, дай бог, увидимся вечером, поужинаем, и все. На этом, как бы, конец. Дача для нас – это все. Свежий воздух, ну, и развлечения какие-то себе делаем, расслабляемся. Шашлык обязательно. В основном мы с сестрой, конечно. Это ж празднуем праздник Ивана Купала. Мы ходим на озеро и на родник, там плетем венки, а потом возвращаемся домой сидеть у костра и кушать сладости. Вместе там тусить на празднике, отдыхать. Ну и работать вместе бывает иногда. Ну и с утра, так скажем, всем желаем удачи за чашечкой чая, кофе. Ну, как правило, кофе, вот. И уже разбегаемся только. Потом к вечеру увидимся. Летом обязательно на природу. За Волгой мы катаемся на великах. Кстати, выезжаем туда регулярно.